они показывают сам Петербург. Слушайте и смотрите дворцовую площадь. Парад Победы! Слушать этого маленького, который орет, или парад Победы? Моряки-балтийцы, бойцы противовоздушной обороны, дивизии
советского ополчения. Жители Ленинграда в неимоверно тяжелых условиях выстояли и победили. Поздравляю вас с 77-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне! Застыли в парадном строю более 4000 военнослужащих Санкт-Петербургского гарнизона всех видов и родов войск вооруженных сил Российской Федерации. Thank you.
совершенствованию морального и качественного дела, любви к отечественному сохранению исторической памяти. Многие из этих улиц награждены медалями за спасение погибавших и за отвагу на пожаре. По сложившейся традиции проведения военных парадов на Дворцовой площади проходит крупный расчет Всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия», созданного в октябре 2019 года по инициативе министра обороны Российской Федерации. Движение является живой связью поколений и времен, которое объединяет организации, занимающиеся военно-патриотическим воспитанием подрастающего поколения, сохранением героической истории Великой России и подвигов ее народа. На Дворцовой площади главные участники парада – офицеры Объединенного стратегического командования Западного военного округа. Западный военный округ является надежным гарантом мира и стабильности. В настоящее время по решению Верховного Главнокомандующего Вооруженными силами Российской Федерации военнослужащие Западного военного округа принимают активное участие в специальной военной операции по защите Донбасса. Санкт-Петербургского государственного университета аэрокосмического приборостроения, который является лидером отечественной высшей школы космических передовых образовательных технологий. Сегодня грозной боевой машиной управляют достойные наследники ветеранов той войны, танкисты 56-го учебного центра Западного военного округа. Впервые на Дворцовой площади историческая техника военно-технического общества. Организация имеет 6 отделений в городах России. Колонну организации возглавляет ГАЗ-67, советский военный легковой автомобиль завершающего периода войны. Использует роды как автомобиль штаба и разведки. За ним машины из БТР-40. Это первые послевоенные бронемашины, разработка которых началась во время Великой Отечественной войны. Дальнейшее развитие БТР-40 получил в бронированной разведывательно-дозорной машине БРДМ-1. После модернизации была разработана принципиально новая машина БРДМ-2. Останется в памяти народа. Предназначен.
Майдана. Thank you.
Да, воздушной части парада не будет. Парад закончился. Техника тоже вся уехала. Следующее мероприятие будет в 15 часов. Это прохождение бессмертного полка. До этого времени площадь тоже будет машечка. И по газону, правильно. Так, не писано ничего. Вот вам Исаакиевский собор. И вот просто... Люди гуляют всегда-то, когда праздники какие-то, полностью перегораживаются все, и люди гуляют везде. Здесь обычно оживленное движение, так? Гуляют спокойно, будто бы и здесь дороги нет, вот где-нибудь площадь. Из парада, это не описать словами. Вживую, конечно же, все выглядит гораздо лучше, гораздо интереснее, красивее. Много техники, много людей. Смотришь на то, как они четко, идеально все выполняют, и глаз от этого радуется. Техника была просто великолепная. Сразу видно, что у нас очень хорошая армия и с точки зрения людей, которые занимаются, и с точки зрения техники, которая у нас создается с каждым годом все лучше и лучше. К сожалению, люди не порадовали, потому что все хотят посмотреть с красивого ракурса. Лезут, что-то там пытаются тебя толкать, пихать, давят на твое, на тебя, что типа «давай слезай, я хочу посмотреть». Вот в этом люди, конечно, ужасны. Вроде такой великий праздник, надо помнить то, что мы одержали победу, а люди так себя ведут, чтобы посмотреть парад. Это, конечно, очень плохо. Мне в моем окружении попались довольно приятные люди. Женщина, у которой дочка была в МЧС, и девушка, у которой парень тоже был на площади, он стоял там, охранял приезжающую технику. В общем, все очень красиво, все очень прекрасно. Это слов даже нету, это не описать словами. Хотелось бы попасть на Красную площадь, но уже как получится. Желаю, чтобы и вы посмотрели этот парад вживую. Когда-нибудь это обязательно стоит посмотреть. Всегда нужно помнить то, что наши деды, прадеды, наши родственники воевали за нас, за наше настоящее и будущее. И что они это делали, не думая о себе. И это очень замечательно. Вот он, патриотизм.